В Нижнем Новгороде прошел 29-й фестиваль искусств «Рождественские дни православной культуры». Подробнее о его программе в следующем сюжете. Для зрителей традиционный рождественский фестиваль искусства в оперном театре – это грандиозное культурное событие. Еще до начала концерта люди фотографируются в фойе, общаются, поздравляют друг друга с Рождеством Христовым. Это уже 29-й фестиваль искусств «Рождественские дни православной культуры». Он традиционно проводится на сцене театра оперы и балета. Рождество Христово – это особый праздник. Это праздник мира, любви и добра. Это праздник, который делает нас соучастниками особого великого события, которое изменило ход всей человеческой истории. Рождество Христово – это праздник, который дает нам залог будущей жизни. На сцене оперного театра муниципальный камерный хор «Нижний Новгород», хор Центра подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров», Нижегородский муниципальный ансамбль «Любава», Нижегородский русский народный оркестр имени Кузнецова, солисты, хор и балет Нижегородского театра оперы и балета.